Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. От душевного мятежа многие приходят к религии. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Экстремальные вибрации в этом имени указывают на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и уравновешенность. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Значение буквы «Ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Можно с уверенностью сказать, что способность любить и быть любимыми составляет главную черту характера этих людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.